Доброе утро! Сегодня 29 марта и с вами Камила Хакимуллина. Начнем нашу рубрику с рассказа об интереснейших гостях нашего прекрасного города. Делайте звук погромче и внимание к сюжетам! Рок-острова в Казани. Советско-российский коллектив и его бессменный лидер Владимир Захаров порадуют публику ностальгическими хитами, родом из 90-х и новыми композициями с последних альбомов. Приходите и наслаждайтесь творчеством любимой группы сегодня вечером. Салават Миниханов и Гузелен. Двухчасовое невероятное шоу, яркие костюмы – все это в новом концерте звезд «Ай-яй-яй». Думаю, казанцы будут в восторге от этих концертов. Но это еще не все. Есть у меня еще для вас пара интересных событий. Например, комедийный спектакль, о котором пойдет речь в следующем сюжете. Смотрим! «Проделки Гульшаян». Спектакль о молодой девушке. Она самая красивая, веселая, привлекательная на селе. Поэтому все деревенские парни пытаются ухаживать за Гульшаян. Все было бы просто, если бы она была свободна. Но у нее есть ревнивый, очень любящий ее муж Ахмед. И вот Гульшаян решает избавиться от всех ухажеров. «Семья Романа». У каждой эпохи своя чума. Наркомания – чума нашего времени. Это спектакль «История матери», у которой тяжело болен сын. Приходите на него вместе с детьми, вам будет о чем с ними поговорить. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Пока-пока!